сегодня мы делаем Эли новую процедуру, так называемую полировку волос. Она показана всем девушкам, которые отращивают волосы и не хотят убирать длину, но хотят, чтобы волосы выглядели ухоженно, здорово. А насколько хватает? Хватает как обычные стрижки. Вот как долго от стрижки до стрижки у вас сохраняется волос не сечёным, так же и при этой процедуре. То есть у кого-то волос становится посечённый быстрее, у кого-то полгода, например, нет нужды в стрижке. То есть это без химии просто? Без химии. Это делается с помощью специальной насадки на машинку. На машинку для стрижки. Ну, то есть по времени это быстро, да? По времени эта процедура примерно как стрижка, но зависит, конечно, от длины, от густоты, от массы волос. В течение часа, возможно, меньше. На видео не видно, по-моему. Видно. Вот это справа проработано. Ну, видно. Вот тут видно, что прям они все посеченные. Они как... Структура как-то неравномерно, да, смотрится к концу. Взмахни.